Всем привет! Вы на канале Stories Betty. Сегодня я собираюсь на день рождения моей подруги Кэтрин. Решила собрать для нее подарочный бокс. А моя сестра Джейн мне поможет. С удовольствием помогу. Спасибо, сестренка. После школы я зашла в торговый центр и всего накупила. Сейчас буду упаковывать и все вам покажу. Первым делом кладем баночку с леденцами. Кэти большая сладкоежка. Также я решила подарить ей стаканчик для латте, чтобы она всегда могла взять кофе из любимой кофейни с собой. Модный журнал. Все девочки их любят. Чудесное зеркальце потрясающего мятного цвета. Согласитесь, оно милое. Крем для рук, чтобы ручки моей подруги всегда были ухоженными. Какой же день рождения без цветов? Вот и я купила милую розу для именинницы. Духи для настроения. У них очень нежный аромат. Блокнот для записей. И, конечно, поздравительную открытку для дорогой подруги. Ну вот, подарочный бокс собран. Как думаешь, Джейн, Кэти понравится мой подарок? Конечно, понравится. Я бы была в восторге от такого подарка. Ну все, бегу в салон наводить красоту. Здравствуйте, я Бетти. Записана сегодня на прическу. Здравствуйте, проходите в зал. Мастер уже ожидает вас. Привет, мне нужна необычная прическа в сказочном стиле. Надеюсь, вы можете мне помочь. Да, конечно, присаживайте. Сейчас я все сделаю в лучшем виде. Тебе понравится. Настроим аппарат и выберем тебе подходящую прическу. Так. Вот отличный вариант. Ух ты, получилось очень сказочно. То, что нужно. Зафиксируем прическу лаком. Предлагаю покрасить волосы легко смываемой краской. Да, я согласна. Минутку. Как же здорово получилось! Друзья будут в восторге. Спасибо! Пожалуйста, приходи к нам еще обязательно. Приду. Ну, как тебе моя прическа, Джейн? Честно говоря, странная у тебя прическа. Ага, сейчас я объясню. Вечеринка Кэти будет в стиле сказочных героев. И я решила нарядиться принцессой-феей. А, поняла, эта твоя прическа очень подходит. Ну что ж, наряд готов. Подарок собран. Мама обещала отвезти меня на машине. Хорошо, повеселиться. Спасибо, сестренка. Бетти, я жду тебя в машине. О, а вот и мама. Ну, я побежала. Это была очень классная вечеринка. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока!